Летают напильники, один бегемот другого спрашивает: а ты что, говорит, им показал? Юг же говорит: не там. Шеф, как слышишь меня? Бегемот ему говорит: а нахуя, говорит, на Слышь, юге столько да. напильников. Веточку поставь, там пустая техника, ждите, ребят. Вот, короче, еще летят два крокодила, один красный, другой не. Ладно. Рассказывай, рассказывай. Теперь я буду мучиться, думать, какой же второй. Давай, рассказывай. Центр, Леня, вставай. Какой второй? Политру, давай, не пойму это дальневосточного юмора. Леня. Мороженого. Че? Какой второй? Я вот сейчас придумал, не додумал до конца. Не ври, я уже слышал это где-то раньше. Сбиваем их. Джека, Джека, стреляй. Ладно, куда они летят? Ничего не расскажу, если мы останемся живыми. Если мы останемся, если живыми вернемся с этой передряги. А, правильно, я тоже метку не поставил, пацаны. Ты был в сутки, что ли, или еще что-нибудь? Фига, он садится, молодец. Саня, метку не там поставил. Лукас, раз садишься. Мы на взлетном поле, возле пожарки. Я метку туда поставил. А, принял. По дальней свяжитесь, слух, улёт. Метки вообще на карте нет. Это Лукас жопой слушал. И нас тут так много, мы все поместимся в одной мишке? Я здесь. Нет, последний мертвый. Б, вы сейчас не летите вообще никуда. Мы отправляем на месте стоит. Потом вертолет возвращается и уже вас посадят. Так, я так не договаривались с нами. Так, кто это самое? Кто не залезет в вертолет, цепляйте за колеса. Я хеду, давай, бегом. Вот, стоим, ждем. Мы собачку стоим. Да шикарно. Повторите, кто докладывает? Это шеф. Это шикарно, с вами прямо. Принял. Я фото поделал. Вот еще, короче, постарайтесь его нейтрализовать. Все, вахуй, никуда они не полетят. Че, сломали вертолет? Да, а слышишь, здесь что-то он едет, кстати. Пацаны. Что за транспорт? Походу мы не ездит, что? Не, завелся, нормально. Бэттер, наверное, едет. Не, пацаны, а теряли, что за транспорт надо? Бэттер, наверное, едет. Взвод, вы с нами? Так вы же сказали, сейчас сами улетите. Нет, вы же с нами будете, садитесь. Грузимся. Тот первый от нас на 110 на вершине холма с радиовышкой контакта. Принял. На пилота. А там какая-то система, не клацай, пожалуйста. Там есть как-то отключить управление, а то мы сейчас опять помнишь, как тогда. Так что сказка про свободу заключилась. Я, короче, вообще руки от клавиатуры убрал, да? Эх, говорила мне мама, не летай на вертолете. Ребят, как у вас лучше выбирайте? С севера, с юга. Ты главное вы сейчас, чтобы живы остались. Давайте на целиком мысль. Не, это понятно. Как бы с севера там свет пусть разбирается. Видите, сколько один франков заработает, да? Добьет нам. Ни одного. Это будет потребно. 101-й говорит там в конце, у них там ДШК им наверху стоит. Понял. Самое последнее занял. Самое жопе.
Штаб на связи. А, это вертушка. Посадку на ФРВ невозможно, две техники было замечено. Так что я думаю, садить буду ребят с юга, может быть. А там пройдут пешком. Севера их вот здесь, севера. С севера ДШКМ стрелять по первому. Тогда, ну, попробуйте с юга, но только на юге тоже был ДШК и РМС, вы его уничтожили? Еще не успел. Вертолет. Пока летаете, ждите, пока РМС уничтожит ДШК, потом садитесь. Принял. Сопровождает нас бездействие коллизии. Мы продолжим наше наступление. Пиздец, наше заявление. Шефа, можно там высадиться или нет? Ну, мне доложат, если что. Просто на вашей метке у меня же радар есть, ребят. Там все техники. Просто туда приехали, ребят. Я думаю, если когда буду вас высаживать, мы там все поляжем. И не хочется туда лететь. На самом деле, нам это там будет плохо. Это там фотно, в принципе. Мы же руки не кусаем. Не, я бы вас на место РМС спокойно бы высадил. И там вместе с банды то пошли, то и все. Че, напитки горячительные разносить будут, когда нет? Нет. Два стадиодесса страшные какие-то. Буду курить в плит. Ну, здесь поделиться. Есть стюардесса там. Шеф, на связи? А, на твоей метке, ой, на твоей, где я вас высаживал, там можно высадиться? Попробуй высадить, да. Там никого нет, сейчас я с нашей ушли. Все, принял. Я вам магнитолог включи, там фуга есть что-то. Вот я пополам. Врубай потеху, потеху включай. Отделение, но я есть, то подходите. Нам стреляли, нас на юге. Отделение, горняка, живые там есть? Вертолет жив.
Да, на связи, Артушка. А вы еще не высадили все? Да, ребят, камень высадил. Всех высадил. С юга всех высадил. Принял отлично. У вас стрелок есть? Да, это чуть болен. Где остальные взводовцы-то? Что там? Спокойно, тихо, все. Сейчас я подожди. Что там будет? Гюрза, вам еще долго? Да, да, нам еще... А кто поднимается на юге? Свои, свои, свои. На востоке. Понял. Пропустили, поворот срезаем теперь. Фарвелл пойдет по восточному берегу. К своей метке высадки первоначальной. Фарвелл, там же вроде прохода нету. Это огороженная территория. Прямо у моря есть как раз проход. РПГ этого человека, может, 15. Приван, стопируй, куда дальше двигаться? На 0. Азимут. 0-0. Повторите. Стопируй на пару, в порту, куда надо? Черная форма, глушители. Вы высадились, да? Да, высадились. Всем говорили, посмотрели. Там стоит метка пехоты, там такой количество пехоты. Форму, отстань. Да, ты не наблюдаешь. Мы наблюдали двоих. Минимум. Ну попробуйте по этой долине пройти вдоль дороги. Фэт, вы на восток ушел? В сторону меток вход. Нет, нет, это фаервелл ушел на восток. А где наша позиция, Фед, отметь? РМС. Отметил. Веник, посмотри меня. РМС-шники выдвинулись. Ох, позади. Кто на восток поднимается? ФРВ. Ну чё, пойдем по западной стороне. Подтягивайтесь до меня. Я чуть меня не пойду. Погребни у него. Потому что туман, мало ли. Я на севере вдоль дороги на нуле, блять. Блять, это как, сука, контрольное слово, на которое включает, наверное, блять, на выполнение ём, команды, блядь, да? Ём. Кто первый, если что, кто двигается дальше головами по долине? Ну, молчи, держим дистанцию. Принял. Наблюдая противника. Азимут. Азимут 320. Ориентир сфера какая-то там. Там ДШК стоит. О, за... противник сам выходит, да? Так точно. Из ДШК вышел человек за сферой, но один чуть выше. Я насчитал человека. Вы по гребню идете? Так точно. Насчитал четвертого наблюдателя. Чуть правее. Верняк, у тебя все вылечились? Все, подходим. Да, так, Сантино. Я. Yeah. С тобой Фаворский, Дукалис, да? Так точно. Дукалис, не знаю где. Да тут. Верняк, давайте продвигайтесь до ДШКМ этого, попробуем его убрать. По северной стороне идем, мы за вами. Сейчас еще прикроем. Метка, где ДШКМ? 320 ДШКМ там за холмом. За пехи, две красных метки. Я не понял, мы двумя отрядами идем или как? Или одним целым? Двумя отрядами, продвигаемся по канону.
Ну и где мои? Ведь одним целым или двумя все-таки? Двумя. Ну а где мне мои тогда? Куда свалили? Ну я откуда знаю, где твои? Что ты за ними не смотришь, блядь? А че, блин, нянька что ли смотреть или че? Сзади мы идем к тебе, че ты? Мы? Мы за Хедом идем. Сантина, политруп Дукалис, стой. Политруп со мной. Я, Фед, с тобой, за тобой иду. Наблюдатель. Фед, там впереди наблюдатель. То, что я помечал, на 320. Походу, со стороны двух пехов. Может, я его это, почикаю? Чего ты его почикаешь далеко? Подойду я. Да. Давай, а мы идем, попробуй. Мы идем-то туда. Говорит, там КТ под обстрелом с метки пехота. Мамуры. Наблюдатель в нашу сторону палит. А, мамур, им пока там горняк идет. За им пока там горняк идет. Огонь идет. Да, нет, вода просто. А, по нему огонь да. Идет. Фед, где именно ДШКМ стоит? На высоте? Ориентиры, видишь, какой-нибудь? Красная. 89-я высота, метки красные пехи. Пробуйте между... Я вот тебе ориентир. Сферическая фигня, высотка, на ней сфера, и там рядом эта вышка, радиовышка. Все, понял. Вот руины идут, и между них две дороги. Попробуйте вдоль них пройти. Все, прикрываю. И пройти туда. Мы вас пока прикроем, если атаковать начнут. Сантина. Планда не было. Дай Азиму, где Сантина? А движение на 20 на камнях. Да. Принял. Сантина, ты к Джексонам пошел? Да, на связи. Нет, вы там как? По нам работают, с нами пехота. Давайте отходите, получится, потому что нас тоже вот к нам прям подходит. Человек, ты изменил, внизу копающийся. Ко мне электрический печень. Плюс один наблюдатель профея. Ты с Джексоном ушел? Никак нет, говорю же, я бью, я ушел. Герза, вы на связи? Я понял. Корняк добежал. На связи, Стелс. Стелс на связи. Вы двигаетесь, вы уже делали высадку или ожидаете? Мы еще плывем. Привет. Серега пошел. БТР последний, вернись к вертолету, пожалуйста. Кстати, да, как будто кто-то тонет. Это у него в животе ворчит, в курсе. Прикинь, горняк, просто... проходите как можно ближе фашисты к склону, где находится противник. Так потому что они на высоте все. Не может сдержать смех, так... Типа сейчас мы убьем немного. Фед где? Я здесь. Что-то они там мечутся, блин. Они палят в нашу сторону. Сколько пехотин. У нас бинокля нету, вообще ни хрена не видно. Горняк, горняк, стой, давай я тебе свой бинокль отдам. Горняк, ты слышишь? Нет, у меня эта штука, короче, не тыкай свои. Горняк. Пошел, пошел. Да мы отдельно от вас, ё-моё. Предохранитель? Не знаю, два раза контра. Все, молчи, не флуди. Не флуди. МСТ, сейчас ваш стрелок стрелял? Да, так точно, мы работаем по холму. Только снимаешь предохранителя, сразу на одиночный переключается. Это вы по своим гранаты кидайте, ребят. Туда не надо кидать гранаты, куда сейчас кинули. Первое, это не мы кидаем. Принял. Так что лучше так, по старинке. Вы далеко Фобовский? Еще от места? А ты служил? Ты служил? Не служил мне мужик. Тоже не служил. Давай представим, что мы все служили. С мамором, отряд противника еще дальше. На 320 также. Ну, на 310. Это тоже не служил. Ориентир, антенн. Человек убегает. Не служил. И этот... А что ты пиздишь? Мы с тобой вот так он
Но мы с тобой вот только призвались 2 недели еще. Так, 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 внимание, все, кто со мной. Алёша, идите, говорит. Алёша, иди, заткнись, пожалуйста. Мы пытались с юго-востока вылезти на берег, и застряли. Берза, когда будете подплывать, тоже на юго-восток вырулите, подтолкните наш БТР. Принято. Вот он идет на тебя, чуть-чуть за камень вышел, сейчас опять перешел мрак. Сантино, давай спустимся в впадину на запад, на 260, мы тут все. Принял, возвращайся. Продвинемся к противнику. Подавить его как-нибудь, он меня подавит. Сейчас, дошел, сейчас, сейчас, минуту попадаем. Серега, подавить тебя такого не было? Сантино, подавить противника? Нет. 40 лагает. Мы проходим вперед к низине, сейчас пройдем, вы тоже, наверное, потихоньку. Вы вдоль склона проходите дальше Джексон, чуть-чуть. Кто, ой, не склон, это атакует? По вершине. У меня ГБ 6. Так, внимание всем, кто со мной, подавление на 310 по высоте. Левый кам от левых, камней, да. Я сижу возле дерева, отдохну. Хорошо. Джексона валят. ГП дым пошел, от кого? Прилетел с 320 дыма за камней дальше. Вертолет, вы можете быстро цепануть? Вертолет не в состоянии цепануть, рулевое повреждено, пытаюсь сесть. Продвигаемся вперед. Принято. За камней. Ну попробую, если нас починят. Ну, починить вас некому. Горняк начал движение. БТР вон прямо нам стреляют. Серега, ты живой? Да. Куда там? Нормально. Я отхожу серьезно ролик. Так, к нам спускайся, Серега. Фет, огонь свободный или нет? Сейчас. Если уверен, что да. Противник, то да. Я уверен, что противник, но я не уверен, что попаду. Там просто ДШКМ может подавить его пока. Работает, подавляет ДШКМ. Горняк, повесил себе, кто спускается. А как бы вот метку бы на вас, где вы находитесь? Кто спускается, враг? Я не знаю, кто спускается. Я его тоже видел. Да между двух камней, да? Ребята около БТР, прикройте нас. Да, ты. Фет, от нас на 60 свои враги. Холме на 60 от нас. Туда трассы летели. В сторону севера. 60. Вот, слышишь, стрельба? Свои должны быть. Калаш. Вертолет, попробуйте бетер. Ну, врагов тоже калаш может. Если у вас стрельбка будет, воду стащить. И смешанное вооружение. Что там, повтори? Сантино, видишь противника? Прошли дальше. Наблюдаю, только ДШКМ там возле него один ошивает. Открою его. Наша, да? Сюда я не знаю, ну похоже, да? Наша, наша. Джексон живой? Живой. Они идут, вижу двух человек, двигаются на север, получается. С этой, с точки, где ДШК. У меня стрельба с... в камнях кто лазит? На, примерно на 320 от вас? 60, на этой высоте? Здесь дорога, Хаваска. Возможно, и я. Ой, нет. Сзади, пацаны, сзади вас. Не я знаю. Стелс, это Герза, у вас получается там стрелять? Чё, Герза, справа, на стрельба была. Да, помощь нужна. Я сейчас отхожу пока. А, вот бы нас бы уже бы срисовали, ну. Всех красавчиков. По первой, говорит, там в конце. Ладно, короче, Шилд и Серега, мы продвигаемся на 330 камням дальше. Так, давайте все. Если сверху что-то видно, прикрывайте, если не видно, то потихоньку подходите к нам. Маэстро, наблюдаешь точку? Горняк,
это вы вышел? Там вертолет с повреждением рулевого винта, не могу БТР подсветить. Горняк, меня не завалить, я чуть впереди от вас. Шеф, на лежа мертвого с спецназовцем. А метка на вас актуальная? Нет, не актуальна. У меня потери большие. Принято. Мы один беттер, ты слышал, да, застрял на высадке? Да, блин, у меня прижали тут между холмами. МСТ, никого из ваших под этим, блять, как его? С под причалом? Да, под причалом нет никого? Есть. Ага, хорошо. Давайте, поднимайтесь наверх, два человека. Сантино, ты наблюдаешь высоту? Я ближе подхожу. Там один человек остался у дышика. И все, и то он за нее даже не становится. Ближе подтягиваюсь и посмотрю, что там. Давай, мы тоже поднимаемся. Я вдоль дороги сейчас шел. Вижу просто пустой дышик, а противника не наблюдаю. Около вас противник есть? Я стреляю. Противник. Я веду огонь, тут противник. Стелс, это Гюрза, мы вышли для отделения. 320, он сейчас ниже получается, точки ниже этого ориентира. Понял. А мы подойдем к вашему бэту. Мы сейчас попробуем обойти. Принято. Враг за камни. Так, ну надо убегать. Горняк, вы где? Еще. Там за ним, там наверху. Еще раз, за ним был. Движение там за будкой, кто? Да, 310. Есть информация про противника? Повтори, не понял. Есть ли информация о противнике? Территория только враг, да? По возможности отметки обновляйте. Мы видим в камнях, кто-то возле отметки вражеской бегает, но не поймем, наш, не наш. Толкается немножко хоть. Ну, он визуально толкается, по-моему, на месте стоит. А Виз, вы попробуйте наоборот, с земли его в воздух там. Вот спроси по рации. Чёртов заяц, бля. Чё, зайца убил? О, противник, да, на горе, на камнях. 320. Справа, слева. Слева от меня. На 320 от нас шилд там на дальнем холме, метров 200-300 враги, походу. Фэт, ты куда так бегаешь, а? Огонь открывать? Продвигайтесь. Отойдите от машины.
кто со мной есть? Запада поднимается на нашу собачку. Так точно, я двигаюсь. Давай. Да, смотри, с той стороны аккуратненько, враг может быть. До ШКМа пройдите. Вверх. Укались, пошли. Вообще, этот вас на ноль, на следующей сопке может быть враг в камнях. Народ лазит, не видно. Мы да, уже на шаре. Не надо было тормозить, и вы так же сели. Никто не тормозил, газовали до последнего. Он просто сам весь остановился и все. А кто на верхушке, на гранях? Свет, я подхожу тут на шаре. Тут. А, Шер, давай вперед спускайся к дороге вниз и проходим вперед под сопку. На сопке кто-то есть два человека. Фото добавили. Бросайте бетеры, их сейчас ничем не будет. Свет, это ты был? Да. Мы с Сережей еще тут восточнее вас на холме в камнях. Те, кто со мной, проверьте до ШКМ, если он целый, то забирайте. Сейчас, секунду. Джексон, ты поднимаешься? Поднимаешься. Вис, Вис, попробуйте ограничение скорости на бетере включить и так уже. Так, вижу до ШК. Поднимайте сюда, поднимайте сюда. Наш до ШК? Да. Ладно. Калис. Луис на связи? Да. Луис на связи? А кто стоит, то возьмет этот сам. У меня рюкзак патронами. Я могу забрать один ящик. Как сейчас проверяю. Кто по нам работает? Тяжелая, да, работает по нам? Да. Азимут, азимут. Примерно 340. Не, ограничение скорости тоже не помогает. Не, смысл. 340-320, куда оттуда работает. Точно, на 320 холм с камнями. Ну, расстояние какое? Нет, а метров 500-700, у меня карты нет. Такое засаженное деревья. На 330. Случайный выстрел. Азимут 310 был, сейчас не знаю. Тут грузовик стоит. Кто дым кинул? 300 спускается кто? Нет. Да, вижу, с 310 там работает, блин. О, там ДШКМ, блядь, поставьте ДШКМ и убрать ее. Фаворский, ты где? Горняк, тихо, не тебя слышат. Фаворский, а ты где? Ты где? Я чуть впереди от этого. От гребаного шара. А где их не шар ДШКМ был? Не знаю, кто забрал. Кто забрал ДШКМ? Фаворский Сантина. Оставляйте, уничтожайте. Пацаны, под огнем, под огнем, под огнем. Заходи в шар. Можно дымы?
ЧВК. Саня, вы поднимаетесь, да, к ДШКМ? Тихо. Ой, это наш. Я его сейчас пойду убью, это Серега, по-моему. Фед, куда ты ШКМ ставим? Я не знаю, да. Тихо, ты, ё-моё, ты чё, блядь, своина? Выставляйте, выставляйте этот лес. Сантино, помоги у мне его, давай. Горняк, я ранен. Понял. Где? Где вы находитесь? Где раненые? Где да, раненые? Нас свой. Лёня, 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 к шару, побеги меня. Я удумал. Так, я удумал. Где горняк? Ну что, как вы выдали? Давай мы тебе пиздец нам сделаем. Так точно, у нас один боец застрял, сейчас его вытащим, сейчас продолжим движение. Одного контакта уничтожили здесь. На горе пулеметчик, видимо, я один остался из Т1. Давай я возьму дочку. Бери. Азиму 340, антенна, там в камнях противник. Еще левее антенны с... В лесу там ДШКМ этот стоит, который нас обрабатывает. А к вам есть патроны на пулемет? Ну, первые оставшиеся в живых, если что, метка сейчас у нас актуальна, можно регрупнуться. Только ему крови, наверное, надо будет перелить. Поворочный, да, он... На севере в деревне знаешь, кто-нибудь есть? На ШКМ поставили. Во сколько стреляешь? Я в деревне. Это фарвел, мы в 300 метрах от входа. Направьте до ШКМ. До ШКМ, значит, а там сейчас никого нет. До ШКМ на 320. Короче, он призначил. Сюда, кстати, у вас есть медик? ДШКМ, смотри, видишь антенна на 340? У ДШКМ патроны кончились. Пиздец. Антенна на 340. МС, типа я. На связи. У вас есть медик в команде сейчас, живой? Прям возле антенны? Тут перелив нужен. Горняк, встретиться-то. Подойдем к берегу где-нибудь. Так, перекличка, группа горняка там есть живые? Есть живые, да, даже нет его. Блять, сказали же, откачаете. Ну давай тогда возле причала. Походу на народ перехололи, блять. Тут втроем все лечат, блять. Принял. То есть есть, да? Можешь туда дымами стрельнуть к ним. Не надо. Не надо. Чен. Да. Далеко ушел деревья. Стоп, не работайте по антенне, там свой. К антенне подходи. Там свой поднимается. Фед, а вот на востоке стрельба, это что, это нормально? Фед, а на востоке, свои на востоке работы. Стрельба. Свои? Ну, да, я так понял, раз по противнику. Куда они там херачат? Блять, почему я хожу, как на бег переключиться? Извини, короче. Дед, скажи направление, куда двигаться, я попробую вперед пройти. На 330 продвигаемся. Понятно.
северо-запад. Фет, я вражескую ДВ нашел. Подбирай. По первой, подходи к белому складу. Я забрал у горняка карту, я метку поставил. Блин, сейчас я на себе буду тащить одного бойца, парни. Прикройте, пожалуйста. Где вы решили? Я метку поставил на карте. Хера вы далеко, блядь. Пять. Продвигайтесь к базе, атакуйте. Действуйте по своему усмотрению. Ну, понял. Остальные со мной 320, блядь. Букалис, Букалис, тебе патроны на ПКМ пойдут? Букалис, прием. Букалис. Да. Беги, короче, ко мне чуть дальше по гребне. Тут дофига. Я... Далеко от вас. Ну, походу уже не надо. Что? Кончался боец? Угу. Тащил его, попал под огонь, видимо, у него пуля попала. Так, давайте продвигаемся быстрее, там где-то ШКМ ставил противника. На 320 там собираемся на вершине. Под вершиной. Мы с членом под вершиной идем до забора. На ноль. Какой ноль? Аккуратно здесь свои. Был около складов дело, да? Два один на связи. Так точно, двигаемся вдоль забора. Сейчас отмечу вас. Патроны есть? Патроны есть? Да, один себе отметили. А, понял вас, 2-1. Мы сейчас тоже попытаемся по вот эти пулеметы, где отделение и наблюдатель стоит метка. Там танковый. Кто в гилике справа пробежал? Не знаю, если в гилике, то это не свой, наши черные. Лезу на эту гору, прием. Двигаемся вперед на край горы. Не теряемся. Полежи. Мне огонь, по мне огонь плот. Блять, ебашит, давайте назад. Нет. Давайте два человека слева обходите эту гору. Куда? Мы с политруком пошли. Я ранен, у меня бинтов не осталось. Где ты? Да я под огнем, не пробьешься, не стоит.
Слева с Фатаном еще. Знаю. Гелики это противник или свои? Свои, рамсишники там. Понял. Да, это кланов. Фет, мы слева обошли у забора здесь, большого. А ты на чего хотел вас расстрелять? Как принял? Гелики? Здесь, конечно. Вижу, пожалуйста. Фет, на связь. На связи. Фет. Мы у забора слева гору обошли. Я понял, вы можете проскочить этот забор? Дальше или левее еще? На базу зайти уже сможете? Не знаю. Здесь рамсишники воюют, дымы тут. Помогайте. Передвигайся, за что ты не забыл. Откуда кроет, нахуй, не могу понять. Напротив, выращивает. Фета, база это вот это, что вот с большим забором или что, непонятно. Фета, это Мамур, мы с восточной стороны заходим на в офис. Или еще западнее. Метку поставил на себе. Куда ты стреляешь? Куда? Сережа, дай мне азимут. Фет. Здесь нельзя зайти внутрь. Есть камыши западнее. Пробуйте им через них пройти. Мамур. Да-да-да. Я на город забираюсь. Я ниже спустился. Так, все, кто со мной были, давайте вниз спускаемся. Тут как раз проход до этой базы. Прям на спринте бегите. Ты с кем-то двигаешься вдвоем? Один. Я правее у дороги двух вижу спускающихся. Да, это рамсишники. Давай за ними спускаемся туда. По косой спускайтесь с горы, чтобы он не шел пешком. Тихо-тихо, по ним огонь, по ним огонь. Откуда накрывает? Один, дай. 320 ко мне. Так, 330 даже. Фэрвелл говорит, МКТ, ваша метка актуальна? Да, актуально, мы только что убили пулеметчика на горе.
Принято, мы южнее вас, 20 метров. Мы не можем найти, к сожалению, где можно перейти через забор. На оранжевой метке последней, там, к сожалению, камень, то есть там нельзя пройти. Принято. Один, короче, на 330, на этом. Где? 330 был. Чё, Фед, дальше спускаться? Да, да, спускайтесь. Амур жив? На горе на 330. Прям по мне сейчас попал. Не могу понять, где он сразу стреляет по тебе. 320, 330. Спускайтесь, спускайтесь. Я около здания, здесь сидит одна группа против. О, да, видим, сейчас будем готовы по нему работать. Ранен, перевязывается. Фаервелл, начнем работать после того, как вы начнете. Понял. Прикрытием спускайте на здание. Есть 2-1, скрылись все эти за горой на севере, мы не будем по ней работать, мы продвигаемся на север. На юг, на юг. Принято. Вы где, у особняка? Джексон. Ну и около стройки. Так, ну я... на горке возле стройки. Кстати, вижу на... 2-1, вы 300... на какой стороне? На западной или на восточной от забора? На восточной. Блин, это плохо, а конечно, нам уже пиздить скоро. Нет. Там снова пехотинцы появились. Да у нас сейчас проверим вход, вроде как боец нашел один наш. Джексон, ты где? В общем, 2-1, вам задача основная защитить Егора, либо обстрелять их издалека, короче, не давать там фигачить по нам. Принято. Есть где, кого подлечить? Джексон. Ау, ау, мы около стройки троём, Фет, я и Фото. У меня контакт. Где? Холм, за стройкой. Всё, спасибо. Всё. Там где точка была. Чё, вы у него всё забрали?
Где противник, где? У нас тут что? У меня тут настройки один был. Я снова ранил. Забирайся под стройку, под стройку, под стройку, давай сюда. Фатом, выкинь ГНТ, я быстрее перебежусь. Морфин нужен? Нет, морфин, есть, есть еще кто-то? Нет, все. Я ранен. Фатом, бинты есть? Да, сейчас. Я ранен, отхожу. Мамур, камни бесли. Начинаю подъем. Там чиф на втором этаже лежит, он это истекает. Но вы не подходите к нему, ну, блин. Тихо-тихо, здесь против. На третьем этаже. Сейчас подмога будет. Бля, меня кто-то атаковал. Че, все? Феда убила? Охуенно, ну. Походу, ну. Бывает. Фед рекорд поставил. Твои, да, по продолжительности. Бахнули. Кто меня убил-то на этом виде? Да ГПшки. Да. Нормально. Сверху? Нет, он стелс. Шейпшифтер? Но он сдалека не увидел, он думал, это противник. Там просто противник Прям бегает с перемешку с вами. Где все? Мы его слышали. Кто-то атакует, кто-то еще сзади торчит, блин, вообще. Блин, этот Джексон пошел. ГРЗ вообще фиг знает где, блин. Ну, Гюрзал, шеф, они надеялись спасти свои тарантайки, но долго там стояли, ждали. Да нахрен ждать. Я даже кого-то.